В Якутске забил новый фонтан. На территории микрорайона Прометей появился сквер семьи, любви и верности. Примечательно, что его открытие в октябре ознаменовалось музыкальным и световым исполнением. Подробнее в сюжете Наталья Никитенко. 3, 2, 1, пусть! Первоначально сквер должен был быть сдан ко дню семьи, любви и верности. И предполагалось здесь по плану застройки. Но ввели его немного с опозданием, хотя главное украшение объекта – фонтан – все же, несмотря на прохладную погоду, включили. Компания «Прометей», которая ведет строительство здесь, построила и завершила строительство большого сквера для жителей квартала вместе с светомузыкальным фонтаном, можно сказать, первым светомузыкальным фонтаном в нашем городе. Несмотря на достаточно прохладную погоду, вот нашли возможность фонтан подключить, чтобы люди полюбовались. Валентина Готовцева живет в этом районе уже второй год. Говорит, что очень ждала открытия сквера. Сейчас, думаю, наверное, весной, да, когда уже потеплеет, сейчас уже холодает, к сожалению, но весной мы будем каждый день, наверное, сюда выходить с семьей, отдыхать, наблюдать за этой красотой. Дети микрорайона тоже рады, что возле их дома появилось еще одно красивое место, где они могут гулять со своими друзьями. Мне бы очень нравился этот сквер, или я бы каждый день смотрела на фонтан. В скором времени подобные скверы должны появиться и в других районах города, где жители и гости столицы смогут отдохнуть и охладиться у струй фонтана, а вечером насладиться эффектной подсветкой водных композиций. Наталья Никитенко, Андрей Рукавишников, НВК «Саха», Якутск.